Последние лет 10 я смотрел в сторону плато Путорана. Взгляд по инерции проносился чуть дальше и натыкался на еще более дикий, далекий и неприступный край, который ждал своего часа. Весной 22 года мне довелось явить миру анабарскую галку. Красивую и дерзкую птицу. С тех пор она заманчиво машет крыльями и зовет обратно. Орнитологи от туризма слегка удивились, да и сам я остался доволен. Пересечь анабарское плато хотелось через яркие знаковые места. Путь лежал через верховья реки Мехсин-Юрях, удивительной горе Тугутту-Салата, а затем к высшей точке Нагорья. Тугутту-Салата. Что это? Не иначе, как имя красивой якутской женщины, данное горе тем, кто первым ступил на вершину. Гора непростая. На склонах ее стоят многочисленные идолы. На вершине живет огромный белый слон, а ночами она источает в пространство изумрудные потоки добра и гармонии, которых так не хватает в современном мире. Очень может быть, что после геодезистов-первопроходцев здесь и не было никого, зимой-то уж точно, а это без малого полвека. Наверное, поэтому, истосковавшись по благодарным зрителям, местные духи включают небесные чудеса на полную и показывают больше, чем ты можешь унести с собой. Волею судеб, очутившись в таком удивительном месте, достаточно сформулировать вопросы и просто посидеть в тишине и спокойствии. И приходит ясное понимание, что же в твоей жизни не так, где повернуть не туда на стрелке и в какую сторону нужно выбираться. И вот морозной анабарской ночью ты еще спускаешься с горы, а жизнь твоя уже начала меняться. Позднее в большом городе из стекла и бетона важно не потерять это направление. На 5 недель палатка превратилась в маленький и ветхий, но дом, островок защиты и спокойствия. Возвращаться домой чертовски приятно. Палатку трепал северный ветер, но внутри было классно и уютно, как дома. Ну почти. Старец Катаюкан бережно прилежал в снегах, чтобы успел, но не торопился. Верным признаком неправильных мыслей служило внезапное падение лицом в снег. За плохие мысли в чистых местах сразу раздают по голове. Очень удобно. Между точками притяжения все примерно так. Просыпаешься, готовишь, завтракаешь, встаешь на белое крыло, собираешься и выходишь. И идешь себе. Борешься с немощами, пережевываешь пороки и ждешь свой маленький комочек счастья. В походе может стать мешочек с салом и сухарями, который дарит еще немного сил и терпения. Или внезапный просвет на горизонте, где вдруг стали видны золотые горы. Мешочек случался каждый день, а просветы, увы, нет. Местные не баловались погодой, но это утро выдалось ясным и безветренным. Чтобы не было вопросов, кружак на триангуляре высшей точки Анабарского Нагорья намерз в виде буквы А. В этом знаковом месте требовалось и неспешно глубоко подумать, и с чувством плотно пообедать. А еще с собой нужно было унести важный камень. Участник команды БАСК требовал. Нахожусь на высшей точке плато Анабар. Делаю его одиночное лыжное пересечение. Выгляжу я сейчас, наверное, не очень. Порох еще есть. Осталось 260 километров. Это в поле один воин. А в лесу... Когда силы кончаются, в лесу один идет на зубах, на бровях, на ноздрях, а то и на соплях. Когда и это закончилось, а белое крыло перестало держать, настало время запрягать коней без предела и чертоломить почти без сна. Просто больше запрягать было некого, да и отступать некуда. Домой-то хочется. Господи, коней без предела. Поход получился в стиле «шкура на кону». Местами было очень непросто. Шкуру заметно потрепал, зарастало долго. Анабар стал отдельной маленькой жизнью.
как рассказать о них. В жизни было разное. Потери квадрокоптера, скучная тропешка, постоянные морозы и даже веселые покатушки. Вот он, плоский набат, парни. Я так на горных не гоняю. Было тревожное хождение по краю, глубокое истощение и яркие эмоции. Не было только людских лицемерия и подлости. Набар чист и светел. В городе временами хочется сказать людям: держите совесть прямо. Тут хотя бы как эти северные лиственницы на 7 утра или каменные останцы. Да, сдерживаюсь. На Анабаре случилось прикоснуться к вечности. Базальтовые стуканы стоят здесь миллионы лет, древние и неспешные. Они глубоко и на всю жизнь отпечатались внутри, а меня едва заметили, если, конечно, не моргнули.